Привет всем! В этом видео я покажу, как сделать такой тропический аксессуар, подставку под цветы, свечи из листа алоказии. Это сделать несложно, недорого и приятно творить своими руками. Для изделия понадобится Портланд цемент М500, строительный песок и любой торф. Торф облегчает вес готового изделия. Его можно заменить дробленым пенопластом из мелких шариков. Тщательно смешиваю три компонента перед тем, как добавлять воду. Формой для изделия послужит отживший свое большой пожелтевший лист домашнего растения алоказии пахучей. Если у вас нет листа алоказии, то с марта ее клубни появляются в продаже в онлайн и цветочных магазинах. Не упустите свой шанс, я очень советую это неприхотливое тропическое растение. Или же дождитесь лета, когда на даче подрастет ревень или даже лопухи в лесу. Их листья тоже служат декором в моем саду. Покрываю слоем цемента укрепляющие ребрышки и хочу приподнять лист над поверхностью, приделав ему ножки. Эти ножки мне показались слишком толстыми и тяжелыми, я переделала их на мелкие шарики, о чем впоследствии пожалела. Мелкие шарики неустойчивые, легко отламываются, нужно было оставить толстые устойчивые ножки. Прошло 7 или 10 дней, листик подсох. Самое главное теперь его перевернуть, так чтобы он не сломался. За 7 дней просушки лист алоказии совершенно не испортился, и если его аккуратно снять, то можно использовать как форму и зацементировать этот же лист повторно. Такой элемент декора можно использовать как в доме, так и в саду. Из таких листьев получаются прекрасные купальные ванночки для воробьев, а в домашнем интерьере на цементной подставке хорошо смотрятся и растут при наличии естественного света. Воздушные растения, атмосферные тилансии, например, тилансия ксерографика, тилансия Curly Slim и тилансия Tectorum Snow. Их можно спокойно опрыскивать водой прямо на цементном листе. Если у вас нет таких растений, то можно устроить тропическую романтику с помощью чайных свечей. Интересно, на листе алоказии будут смотреться папоротники, посаженные в кокедаму. Чтобы цемент не крал влагу из кокедамы, шар из мха нужно поместить на миниатюрное пластиковое блюдце, избегая прямого контакта с цементом. Также хорошо смотрятся на листе алоказии суккуленты в маленьких кашпо. Друзья, спасибо за внимание к моему творчеству. Мне будет приятно, если вы подпишетесь на мой цветочный канал. С вами была Ирина, цветовод-любитель. Всем удачи и процветания!